Вот мы поднялись наверх самого космического корабля. Шаттл 321. О, всякие остудительные приборы. Вот сам двигатель шаттла. Вот мы сейчас будем подниматься наверх. Бортовой компьютер. Это вот с такой высоты видно Севастополь. Основная достопримечательность — ветряки. Вот их. Основная большая станция. Мы на самой пушке ветряка находимся. Громоотводы. Какая нахрен? Да ты шо, бля? Достопримечательность всего Севастополя. Здоровезный винт. Я начал объять его размеры. Мы... Вот мы находимся на самом ветряке, короче. Это же самая высокая, да, точка здесь? Вот мы видим, короче, позиции противника. Да нихуя там не видно, нахуй, и позиции. Блядь, ну телезрители об этом не знают. Это 100 метров, да? Где-то там. Слушай, красиво как, да? А ну, стой. Бля, в натуре все так, что на карте. Слушай, а здесь кажется, так все так плоско, короче, внизу. Да, как карта, да? Ну, как карта. Он светится, да? Блин. Прошло, короче, 10 Посадь. Минут. Мы, короче, блядь, приземлились, с Луны, блядь. Вот мы сейчас выходим на Землю. Открываем шлюзы. И выходим. Здравствуй, Земля. Поцелуй. Вот нас встречают девушки-красавицы. Только девушек не видно ни хрена. Воображаемые. Так, вот. Человек выходит... Землюшка ровная, прилетели. Привет, земляне! Hello! Вот она такой высоты. FL-767. Ракета с мощным двигателем.